День Победы – это великий праздник, который заставляет испытывать гордость за свою страну и огромную радость за то, что сейчас мы живем в мирное время. Мы отдаем дань памяти нашим ветеранам, всем тем великим людям, которые внесли свой посильный вклад в победу. Девятое мая для нашей семьи – это большой праздник. Это память о наших дедах, о наших прадедах, которые воевали, которые для нас создали тот мир, в котором мы сейчас живем. Бессмертный полк – это дань памяти нашим дедам, нашим прадедам.